Плохо, видимо, закрыли ее. Да, ты. А, ты хочешь, чтобы я продолжал? Я. Да. Она ее на днях открыла. Я прихожу ночью. Дверь нараспашку. То есть, видимо, защелку плохо закрыли, и она ее лапой подковыряла. Все мясо, которое было, это килограмм, наверное, 5 кусками. Его нету в пакете. То есть оно. Пакет лежит, мяса нету. Все мясо растащено по участку. И, соответственно, второй пакет с куриными ногами лежит просто разорванный и помеченный лисой. То есть зачем брать куриные ноги, если можно взять мясо?